многое об армянских традициях и о том, как распределяются роли в армянском обществе, узнали и сами актеры, находясь на съемочной площадке. Кстати, Нелли Уварова с юмором рассказывала о том, что армянская женщина имеет свое мнение и совсем не загнанное, бессловесное существо, которое во всем соглашается со своим мужем. Ключевую фразу произносит на эту тему актер Михаил Трухин, который играет в фильме роль мужа Нелли Уваровой. Ванечка, он, говорят, в армянской семье последнее слово всегда за мужчиной. Знаешь, что это за слово? Да, дорогая?